природе. Будем смотреть лес, деревья, природу, погоду, искать грибы. И всех желающих мы берем с собой. А вот он и Ларри бежит меня проверять. Или нас с вами здороваться. Эта неделя была вся такая дождливая. Сегодня утром было солнечно, ясно. И мы вот так спланировали свои дела, что после обеда можно идти на прогулку. Да и вообще я один раз в неделю его только и прогуливаю. Так что уже пора и по времени. Пойдемте. Вот мы и подошли к лесу. Я напоминаю, что это просто прогулка для новеньких, кто любит посмотреть. Присоединяйтесь к нам, кто любит лес, кто любит ходить. Будем вместе ходить, смотреть, восхищаться, дышать. Присоединяйтесь, подписывайтесь. И своих постоянных зрителей я особо приветствую. Кто не пропускает наши прогулки, спасибо вам. Я знаю, вы есть. У меня немного подписчиков, но есть и постоянные, которые не пропускают мои видео. Так что я вас приветствую. Вы готовы? Все готовы? Вон Ларри куда побежал по дороге. Видите, сколько дождей было. Какие лужи, океаны. Ну, если мы уже все подготовились, все, пойдемте в лес. Ларри нас найдет, догонит. Посмотрим, как он изменился за неделю. Неделю назад мы были тут. Да, еще у меня такая радость. У нас сремонтировался компьютер. Мне уже там поставили простенькую программу, кинотеатр. И я буду монтировать видео на компьютере. И снимаю на фотоаппарат. Так что это будет широкоформатный такой обычный фильм. Обычный. Я уже соскучилась по таким длинным прогулкам с широким форматом. Легонько шумит лес вверху, а листья почти не шуршат, потому что они мокрые-мокрые. Сегодня предпоследний день октября, и сегодня очень-очень тепло. Мухоморчики есть. Красивые. Вот посмотрите, какая красота. Мне очень нравится вид мухоморов. Они же красавцы. Правда же? Октябрь был очень разнообразный. И солнечный, и теплый, и холодный. Мокрый такой, дождливый, туманный, холодный. Вообще был мороз, градусов 6, может даже 7. Все вымерзло в огороде, что не убрали. Было много дождей, холодных и теплых. А вот сегодня тепло. С утра было солнечно. Я думала, тут подсветит желтые листья. Нет, опять мы гуляем в пасмурную погоду. Ну ничего, какая есть. Это наше место отдыха. Ну, перед уходом уже домой из леса мы всегда тут отдыхаем. Кто смотрит нас, уже узнает. И вообще я замечаю, что я люблю гулять по своим тропинкам, по любимым местам. И вот если, наверное, кто-то смотрит, уже, может, тоже узнает место. Да, листьев уже мало. На березках совсем нету вверху. Ларри прибежал. А вот смотрите, грибочки. Мне тут про них писали, я уже показывала, что это... Мне о них писали, что это рядовка скрученная. Вот смотрите, какие красивые. Я, наверное, возьму.
Дома еще там поизучаю. Тверденькие такие, классные. Ларри тут как тут. Любитель, грибник. Вот, еще раз покажу. Для знатоков грибов. Вот такие внутри. Ну, такие точно грибочки растут. Вот эта рядовка серая, по-моему. Это. А, вот, вот смотрите, какая ножечка. За неимением других грибов съедобная. Мне написали про нее. Тверденькая так. А, еще надо понюхать. Ну, не знаю. Ничем таким не пахнет. Ни хорошим, ни плохим. Сегодня я не слышу. На вкус не горькая. Совершенно. Я взяла несколько таких грибочков, чтобы показать кому-нибудь еще их. Может, кто знает с моего окружения. С дубов слетело все листья. И вот оно такое пушистое внизу лежит. Что же это? Вся золотая осень уже на земле. Да, с утра было такое солнышко, я надеялась, что тут все желтенькое будет от солнца. Вот они, все листья с дуба лежат на земле. И дуб, он пустой. Бежал, набегался уже. Вот еще какой грибулька на нашем пути. Я таких не беру. Возможно, он даже... Ой, мокрый после дождей, конечно. Ну, да нет, такой твердый. Пускай зверушка... Ой, солнышко! Все-таки оно вышло. Может, ненадолго. Но солнце с нами. И сразу все по-другому становится. Солнце нас в этом году избаловало, так что мы скучаем за ним сразу. Недельку его не увидели, все. Где солнце? Вот оно. И вокруг тучи. Хоть на этих красавчиков налюбуюсь. Ну, он же прекрасен, правда же? Смотрите, как красиво во мхе. Красненький, мох зеленый. Красавец. Вон там дальше еще один. Молоденький, молоденький. Может, и грибочки где растут? Вы же растете. Покажите нам грибочки белые. Или я, как всегда, набреду на них, когда они уже в руке не держатся. Но все равно они такие красивые. Даже вот когда старые я снимала. Пока их не трогаешь, они такие красавцы. С коричневыми головками. Ой, классные. Что это вот такое? Листик или гриб? А, ну это же вот эти мои грибы. Поперерастали, которые уже... Вон они какие, когда перерастают. Кто-то вырвал. Тоже рассматривал. Вот такие... Грибы у нас сегодня. Да, мухоморчик такой манюнький-манюнький.
хорошо солнышком освещает березки. Черные грузди стали попадаться. Не знаю, если б знать, что найду, можно бы было посолить, вымочить и посолить. Я солила. Мне нравится. Мягкая ножка. Ой, и вода с нее даже течет. Так что этот не пойдет. Сегодня, наверное, зеленки можно найти, если знаешь, где они растут. Ну вот иногда я вот по этой дороге их находила. Песчаное это место они любят. Сегодня не видела, прошла. А впереди там у нас работы идут. Пила рычит. Ну, посмотрим. Но в лесу туговато с грибами. Вот такие стали попадаться. Я осенних грибов не знаю. Я же говорю, у нас много таких хороших грибов. И поэтому у нас никто не берет вот такие все. У меня какой-то интерес есть. Вот мне хочется научиться. Вот что вот это за гриб. И они тут вот есть. Вот, смотрите. Это они же. Потому что, вот, наверное, которые моложе. Они такие вот серенькие. Вот. Что это такое? Понятия не имею. Но они тут есть. Привет, 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 Ларри. И вот серенький. Серенький. Ну, я думаю, что это же семейка. Ну, а что, хорошенький. Какая-нибудь рядовка. Взять, что ли, показать кому-нибудь тоже, что это за грибы. Вы меня не видите. Вот, смотрите, чего я насобирала тут. Вот такой. Ну, это они. Не знаю, вот это такой же. Ну, такой же, наверное, просто какой моложе, какой постарше. Вот они такие. Ну, приятно пахнет. Не то что грибом. Ну, такой какой-то свежий запах. Ну, грибом, да. Легкий-легкий. Грибной. Вот такие. Таких много. Можно насобирать. И Ларри бежит. Привет, привет, Ларри, Лару. Солнышко. Опять солнышко нам улыбнулось.
как хорошо. Я возьму несколько штук. Буду показывать всем подряд. Кто знает такие грибы? В общем, вот эти грибочки, которые я снимала последние, они везде. Вот если кому-то надо такие, можно набрать. Сейчас они, в основном они в лесу. Лисички тоже есть. Их тут забрали. Я возьму одну и еще одну. Тут в прошлый раз я нашла целую поляну. 6 штук красивых таких боровичков. И только один я смогла взять. Да, шапочку даже сушила. Можно было взять в руки. Остальные просто разлезлись. И вот я сегодня тоже в эту сторону зайду. Вдруг еще увидим. Хотя бы посмотреть. Они такие классные, красивые. Вот это курочки. Вот так они, ножка у них делится. Зеленки, курочки, они вместе растут в одно время. Внимание! Сейчас посмотрим, кто тут у нас на пути. Кто это? А это старый-престарый польский гриб. Это Ларри. Сыроежечку нашла. Если хорошую, возьму. Нет, старую. А так они тоже вкусные. В кляре пожарить. Очень даже. За неимением. Я бы с удовольствием зонтик пожарила сегодня. Но нету, что-то с грибами. Туговато. Дождей было много. И теплые ночи. Ну и так тепло сравнительно. Но видите, даже старых не вижу. Как-то так. Скучновато без грибов. Ну вот, посмотрим, кто это тут. Кто это? Ну, это вообще неизвестно что. Вот такое чудо природы. Вот там такие еще 2 таких сидит. Это нам не нужно точно. А их тут есть. И вот там тут семейка таких грибулек. Вон чья-то голова большая, да, 2. Ага. Вот. И к старым мы придвинулись. Ну, это польские. Польские старые, большущие. Ой, вырвалась даже голова. Синяк, как это они называются, заячьи. Вот это. Они тоже съедобные, их берут.
Я не буду брать. Еще такой же, наверное. Ну, мягкий он. А бабочка. Бывшая бабочка. Ну, все, она уже лесным зверем. Что-то грибочки разные стали попадаться. Это же вот бабочка. Ну да, польский гриб. Ну вот, первый гриб, которого я беру. Он хороший. Может, еще что найдем тогда? И будем смотреть, что с ними делать. Пока очень слабенько у меня, конечно, с грибами.